Мать с сыном подозреваются в краже кошельков у посетителей поликлиники. Как они могли похищать ценности, сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина и женщина в коридоре поликлиники уединяются в темный угол. По версии следствия, именно там они обнаружили кошелек и вытащили оттуда всю наличность. Оказалось, что у потерпевшей в портмоне было 17 тысяч рублей. Капитан полиции Александр Каратыч установил личность подозреваемых с помощью видео с камер наблюдения. Ими оказались жители Калининского района, женщина 1977 года рождения и ее сын 1995 года рождения, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Задержанные пояснили, что обнаружив оставленный без присмотра кошелек с деньгами и документами, они решили оставить ценности себе и не стали принимать мер к установлению владельца имущества. В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Матери и ее сыну грозит 5 лет лишения свободы.